Мы закончили на том, что достали ногу. Отсюда вы, с картины. Теперь нам надо вон туда идти. Наверх. Да. Оба-на. Парень какой-то. Здесь только что стоял. Все понятно, ладно. Идем наверх. Наверх же. Вроде да, наверх. За стенкой, что ли? Да, за стенкой. Значит, нам надо туда пройти как-то. Сюда нам надо. Что за знак? Я даже не пойму, что это за знак. Он показывает, мол, типа прямо надо. Прямо. Туда что ли заглянуть? Так, это один знак, последний остался. Даже не пойму, на чем похож, на какую-то тарелку, что ли, что это? А. А может быть нам выше просто надо было, мне выше надо было подняться. Точно. Наверное, надо было выше просто подняться, да? Да. Во, все. Так, надо вот сюда заходить. Ну ты чё? Ну, дверь открыта. Хоп, дверь закрылась. Оба, ребеночек пробежал какой-то. Чувак, я видел, что ты куда-то вот сюда пропекал. Так. Есть там кто нету? Так, здесь тоже ничего нету. Интересно. О, девчонка. Так, она побежала. О, о, там кто-то был, да? Нет. Куда-то вот сюда. Что такое? Ну давайте, выходите, ребята, уже хватит прятаться.
Здесь что-нибудь почитать можно. Ничего нету. Шкафами, блин, все задвинуто. Так, а как мне туда пробраться? Мне типа надо туда пробраться. Так. Тоже ничего нет. О, проход есть, отлично. Есть проход. О, свеча загорелась. Так, а вот здесь? Так, землетрясение, что ли, ё-моё. Так, лабиринт и челюсть куклы. Я думал, что застряну в этом лабиринте, как вообще в доме появился такой большой лабиринт. Кто, интересно, спрятал эти части? Он точно хотел, чтобы их не нашли, но осталась еще одна часть. Еще одна часть осталась, надо найти. Ага. Так. О, женщина какая-то. Здравствуйте, девушка, так. Я к вам не хочу идти, шкафов нет поблизости. Так, куда мне дальше идти? Интересно. Наверное, куда-то вот сюда. Там. Там что-то есть. Я здесь уже в прошлой игре, кстати, был. А может быть, на второй этаж надо сходить? Ту комнату, где этот кукла, где находится кукла. Так, часы. Open, открыто. Теперь та дверь с красным символом открыта. Ты узнаешь правду? Окей. Теперь та дверь с красным символом открыта. Где-то я ее видел, только я не помню, где она. Я видел такую дверь на втором этаже в левом крыле. Отец сказал, что я там узнаю правду, что там меня ждет чья-то был. Чья? Что там меня ждет. Я там узнаю правду, что-то меня ждет. Интересно. Типа задает вопрос. Чья это была комната? В левом крыле на втором этаже. Так, в левом крыле. Типа там, что ли? Нет, наверное, значит, получается... Так, второй этаж. Я точно на втором этаже?
Сейчас мы посмотрим. Так, ну третий, да. Вот это первый. А. Светильник в подвешенном состоянии. Нормально. Вот это первый этаж. Значит, на втором этаже левое крыло. Вот так, если подниматься туда налево. Оба-на. Так, типа мне туда, что ли, надо подняться? Так, дверь. Где эта дверь? Дверь с красным символом. Где-то я ее видел, только я не помню, где она. Ага, во. Все. Ну, давай. Всем здрасте. Там я что-то все узнаю, да? Что-то здесь не хватает. Как заточить душу в куклу? Так. Ага, вот еще листочек. 15 сентября 900 года. Вечером у детей была повышенная температура и дрожь. Я побежала в комнату Тэмсин за аптечкой. Зайдя к ней, я увидела ужасную картину. Она сидела посреди комнаты, перед ней лежала та чертова кукла Элли, а вокруг нее был начертан какой-то круг с символами, и трупы животных были везде. Тэмси сидела в центре этого ужаса и бормотала что-то. Стало ясно, что она ведьма. После этой картины у меня в глазах помутнело. Я помню, как дралась с ней, затем потащила ее в дальнюю комнату и заперла ее там. После всего этого детей перестало лихорадить, и они успокоились. Куклу я решила навсегда бросить в сундук, чтобы никто больше до нее не мог добраться. Я не знаю, что ведьма пыталась сделать с этой куклой. Сейчас я выпила свое лекарство, чтобы успокоиться. Утром надо бы разобраться с этой ведьмой. Понятно. She took my entire family away. Да, все понятно. Вот и разобрались, значит, это ведьма, значит, надо ее ушатать. Оп. Толкнуть. I will not give it to you. Так, я потерял часть куклы. Как только я нашел последнюю часть куклы, маленький мальчик украл ее и украл его. Это походу Тимми. Надо его догнать. Тимми, братишка, стой! Тимми. Вон. Окей. Тимми, ты где? Так, я Тимми потерял. Вот он. Ага, теперь мы вот сюда, вон он. Догоню через тебя. Так, здесь я уже был, смотрел.
Здесь ничего интересного нету. Так. Отлично, есть шкаф, значит, придется ныкаться. Закрыто. О, лестница наверх. Здесь я тоже был, здесь тоже ничего интересного. Лестница наверх появилась. Так. Я гнался за Тимми, как пока он не заперся на чердаке. Я не смог достать последнюю часть куклы. Надо сообщить об этом. Ага. Надо той кукле, где у меня типа отец в ней заперт, надо это рассказать. Типа, блин, так и так не смог. Он удрал. Они сделают все, чтобы остановить тебя, ты должен скорее снять заклятие. Иначе ты можешь остаться тут навечно, как и я. Who are they? Кто они? Они твоя семья, из-за того, что заклятие пожирает нас все это время, мы немного изменились, и иногда мы немы. Оба-на, ключик. Спасибо. Найди 5 рисунков проклятия и сотри их. Так. Что за ключ? От библиотеки. Найти 5 рисунков и стереть их. Нет, ничего. Так, библиотека. Мне надо попасть в библиотеку. Так, как же? Это типа наверху, я так понял. Здесь я тоже был, здесь тоже ничего интересного. Значит, нам не сюда. Ключ от библиотеки. Кодовый замок, я его пока не знаю. Надо вспомнить, где еще эта библиотека. Смотри, какие-то картинки он мне сказал. 5 картинок. Интересно. Надо, блин. Скорее всего, я предполагаю, что картинки эти будут в библиотеке. Там. О, проход. Здесь я еще, по-моему, не был. Да, здесь я еще не был. Так.
Монокль глянем. Ничего идти. Хотя. А, точки просто отсвечивают, ничего интересного. Надо наверх, значит. Отлично, как наверх подняться? Что, есть невидимая лестница какая-то? Наверх нам не подняться. Окей. Это все, что я выполнил тут задание. Что, есть там за шкафом? Не видно? Не видно. Значит, идем сюда. Сюда можно, нельзя. Сюда тоже нельзя. Сюда тоже нельзя, блин, ты, ну и нафиг он мне этот ключ дал, и от чего? Блин, зачем? Можешь сыграть? Мне надо попасть как-то в библиотеку. А не сюда ли? Оу, oh, е, yeah, отлично. Find the picture of the sun. Ищите, найдите рисунок солнца. За стенкой. Так, а еще что-нибудь тут есть интересного? Больше ничего. Вот он и рисуночек солнца. Землетрясение опять. Аконит, гербарий аконита, также называют ведьмин цветок. Ну все, я его взял, дальше что так? Все, я вышел с библиотеки. Дальше ты чё? А, наверное, к этому над кукле прибежать. Типа к отцу. Сказать, отец, все, я все сделал. Бежим к нему. На второй этаж. Вон там. Так, шкафы, если что, есть.
Оба-на. В шкатулке что-то скрыто. В какой шкатулке что-то скрыто? Это в самом начале, что ли, блин? Что, в натуре, что ли? Мне типа в самое начало идти. Откуда я появился изначально, что ли? Поднимал ее. У меня ориентир только с той шкатулкой. Окей, идем попробуем. Мне прям интересно. У меня же типа ключ есть. Может, у нас как раз от шкатулки той. А, все, у меня ключа нету. Я же открыл. Вот, вот эта вот шкатулка. Нет, нифига. Может быть, что-то в шкатулке скрыто. В какой? А, может, там прям надо было посмотреть. Сейчас посмотрим, ладно. А это что такое там? А, вон она, типа шкатулка, что ли? Типа она внизу. Надо вниз спуститься. Вон там она. Нет, не здесь. Так, я ее видел, вот. Надо. Но она внизу была. Все, там дальше уже некуда идти. Хотя это не шкатулка. Это она вообще на шкатулку-то, по идее, не похожа. То, что я видел, надо вот сюда вот зайти. И посмотреть. Тут, наверное, есть шкатулка-то. Вот здесь, наверное, полюбас. И где? И где эта шкатулка? Интересно. Интересно. В шкатулке что-то скрыто. В какой шкатулке? Где библиотека-то это была? Надо еще раз в эту библиотеку, она точно не там. Эта библиотека была там, ага, все. Игрушка, кстати, пропала. Игрушка пропала. Вон она, эта библиотека. Может быть, там что-нибудь я забыл. Да нет, вроде. Ну вот здесь вот лежала она, только это рисунок солнца-то не было. Чё? Опачки. Чё ты нашел?